В сальских степях раскинулись угодья конного завода имени Кирова. Здесь ведется большая работа по выращиванию и подготовке племенных скакунов к участию в различных видах соревнований, выездки, преодолению препятствий, конкуру. Гордость завода – знаменитый пепел. После многих лет выступлений на стадионах мира он находится на заслуженном отдыхе в родных краях, где вновь встретился с тренером Антоном Жагоровым, который первым рассмотрел в молодом пепле задатки спортивной лошади высокого класса. Любители конного спорта не раз восхищались выучкой пепла, на котором выступала Елена Петушкова, неоднократная чемпионка страны, Европы, мира и Олимпийских игр. Прежде чем говорить о конном спорте, следует несколько слов сказать о лошади. Лошадь в своей истории постоянно была другом человека. Конный спорт – это спорт смелых, мужественных людей. Чтобы подготовить талантливого спортсмена, прежде всего – нужно выбрать его и подобрать ему талантливую лошадь. При большом, кропотливом труде можно достичь хороших спортивных результатов. У заслуженного тренера Жагорова много способных учеников. Три его воспитанника включены в сборную команду страны. Преодоление препятствий, конкур – один из самых динамичных и красивых видов конного спорта. Не случайно, что именно конкурсом на большой приз завершается по традиции многодневная программа Олимпийских игр. Этот жеребенок скоро вольется в табун племенных лошадей конного завода. Растить молодую смену спортсменов-конников – вот в чем смысл труда Жагорова, которым он занимается уже более 30 лет.